Что, что это у вас? Кого убили? Это ж твоя нога, парень. Женя, что ты делаешь? Я не делаю этого! Здравствуйте, дорогие телезрители, это Керамик ТВ и наша традиционная передача «Неудачная лабораторная работа» и несоблюдение техники безопасности при работе на различных установках. Так, ну, расскажите, Максим Леонидович, как так произошло, что вы лишились своей конечности? Вы, уважаемые телезрители, наверняка помнят тот случай, когда я проверял правила поведения с вентиляторами. Но теперь я решил проверить, можно ли дробилку чинить, покуда она включена. Я пытался поправить молотки, ну и шнек, но просто это пытался использовать правую руку для этого вместо специального инструмента. И, к сожалению, теперь я смогу писать только левой. Курсовые печатать придется левой, только дипломы. Вот, и это очень печально, потому что я очень люблю печатать курсовые дипломы. Дело в том, что я слышал, что вы все обесточили, все выключили, и как раз пришла девушка, у нас есть студентка Ира Солодка, вот, да, и она нажала на спуск. Да, я не мог достать до молотка, она говорит, давай, может, я включу, чтобы они сами к тебе подошли, ну, начали двигаться, я говорю, ну, я подумал тогда, что это хорошая идея. То есть тогда из ее уст это было... Но Ира знала, что это плохая идея, поэтому она сейчас в КПЗ. Да, и... Ну, рука моя не пошла даром просто. После прохождения через шнек получился отличный фарш. Его можно использовать, чтобы сделать котлетки. Или искусственную руку. Искусственную руку. Вылепить руку можно. Поэтому я не очатываюсь. Современная наука и медицина дошла до таких высот, что можно сделать что-нибудь с этим. А покуда будем жить, как жить есть. Спасибо вам большое, Максим Леонидович. С вами была передача Керамик ТВ, была телекомпания Керамик ТВ и передача «Несчастные случаи на производстве». До свидания, Максим Леонидович. Максу приклеили усы. Отрастил. Отрастил. Сам отрастил. Ой, извините, да. Отрастил усы. Неделю растил. Не ходил на пары. Да, растил усы, бороду сбривал. Поливал их, удобрял. Да, да, удобрения там всякие. Не пил алкоголь. Жене тоже отрастили, но у него отпали. Пришлось возбегнуть. Импровизировать. Вот, немножко подклеить им пришлось. Совсем чуть-чуть там. Да. Они, я забыл их удобрить, поэтому они начали у меня отпадать. Ну, но, в принципе, довольно-таки неплохо. Слава богу, у меня есть скотч вот этот. Да. Когда у меня его не было, у меня не было усов. А когда появился скотч, появились усы. Спасибо скотч за это. Ай, все, наверное, надо снимать эти усы. Бля, ну, как давай. Их отклеить-то? Макс, как ты их клеил-то? Я вокруг просто и все. Давай ножницами. Это ты давай. Только не дергайся. Это моя идея была, ты сидел. Не дергайся только. Сейчас мне будет новая прическа заодно. Сейчас ухо. Ухо тебе сильно важно. А, да, не надо ухо трогать. Все. Все очень просто. Опа! И усов как не бывало. Накладные усы от фирмы Hand & Shoulders. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами снова Керамик ТВ, и сегодня мы поговорим про такую проблему, как нежелательная растительность на лице. Если у вас нежелательная растительность, ну, как видите... А вот после УИРСа долго засиживаешься и вырастает очень много волос на лице? Да, как правило, это после больших трудов, в общем, когда не бываешь дома, появляется нежелательная растительность. Было изобретено вот это вот устройство английскими учеными, разработано, протестировано, одобрено и введено в эксплуатацию. Применяется следующим образом. Накладывается на нежелательную растительность, разглаживается. Ну это болезненно, я слышал. Ну, вначале да. Вначале у вас будет опухать губа верхняя. Будет но... как Анджелина Джоли. Да, как Анджелина Джоли, а может быть и Дженнифер Лопес. Смотря куда наклеите.
Туда какие вот. Губы и потом резким движением срывайте. Давайте. И никакой растительности. Чудо-скотч. Тинг-танг, вала-вала-бинг-бэнг. У-и, у-а-а, тинг-танг, вала-вала-бинг-бэнг. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh-ee, ah-ah, ting-tang, wala-wala-bang-bang.